Усім доброго ранку ще раз. Вітаємо вас у нашій ранковій студії. Дякуємо усім, хто щойно до нас доєднався. І ви знаєте, сьогодні п'ятниця. Завжди ми з гумором трішечки до неї ставимося, але сьогодні ми піднімаємо досить важливі питання стосовно нашого психологічного здоров'я, і стосовно юридичної освіченості. І взагалі зараз ми поговоримо про медичні реформи з нашим новим гостем, який вже чекає на вас у нашій студії. Я хочу вас познайомити з Олександром Гришаковим, юрист та експерт з медичних питань. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Саш. Ну що, як працює наша медична система? Чи якось дає про себе знати реформа? Ну, взагалі, медицинська тема, вона настільки протерта до дир, потому что уже говорят об этом все, да, все, начиная от бабушек и заканчивая всеми министрами, и анализируют, и говорят, кто-то говорит, что медицинская реформа не очень качественная, кто-то говорит, хорошая, работает, все отлично. Ну, с нашей точки зрения, мы вот как юристы смотрим на эту ситуацию и понимаем то, что в принципе она работает, да, но она не до конца закончена, да, у нас, мы успели хорошо реформировать только первую часть, да. А що семейных врачей, терапевтов и педиатров. Не отлажена пока система работы сама. Да? Мы прописали, как вообще сейчас происходит вообще классическая модель, как вообще происходит предоставление медицинской услуги. Мы с вами заключаем договора, да, такие так называемые декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами. И, в общем-то, понимаем то, что это наш личный врач. И в случае чего мы обращаемся туда, к нему и задаем вопрос. Я заболел, что-то у меня там с носа потекло или еще чего-то. Да, и он диагностирует, и потом принимает какое-то решение и лечение. В этом случае он имеет право, конечно же, назначить какое-то лечение. Все это оплачивается государством. Да? НСЗУ, Национальная служба здоровья Украины, это все компенсирует. И при этом еще имеет право выдать больничный лист. Да, то есть фактически мы к одному человеку пришли, не нужно нам по большим кабинетам бегать разных врачей. Он к одному пришли, он знает наши проблемы и решает все вопросы. Но появляется новая проблема. Но новая проблема в том плане, что, например, мы работаем, мы с вами работаем в каких-то местах, вот мы заболели, ушли на больничный, приходим с этим больничным к работодателю, работодатель смотрит, говорит, хорошо, оплачиваем этот больничный, он же должен оплатить. А фонд социального страхования, наш орган, который компенсирует во время временной нетрудоспособности, то есть оплачивает работодателю, компенсирует за то, что сотрудника не было на работе, берет, ему не оплачивает. И говорит, фонд социального говорит о том, что это незаконный больничный. А чему так бывает? А почему? Да потому что, в принципе, у нас есть коллизия в законодательстве. Есть новые нормы, которые, в общем-то, с медицинской реформой были введены о том, что фонд ФОП, физическое лицо предприниматель, который получил лицензию, может выдавать больничные листы. Но есть старое законодательство, которое не согласовано с новым, да, и там указывается о том, что ФОП не имеет права выдавать больничные листы. Так, от тепер найголовніше питання всіх українців. І як таке взагалі може бути? Що тепер робити? Так, що з цим робити? А що робити? Ну, на самом-то ділі, не молчать, це раз. Да? У нас є вже два рішення Полтавського окружного адміністративного суду в пользу врача і в пользу пацієнта. Тобто в даному випадку дії фонду соціального страхування признані незаконними. Но при этом это точечные такие индивидуальные решения, на самом деле. А да? Поделиться с нами обовязково. Да, я поделюсь. Но чтобы система сама заработала, необходимо, чтобы увидела фонд социального страхования это, да, и МОЗ, да, Министерство здравоохранения, и согласовали эти действия, и сказали, да, действительно, тут есть какая-то коллизия, которую необходимо урегулировать, давайте выдадим отдельный приказ или внесем изменения в старый, или там что-то отменим. Таким образом, чтобы эта система дальше продолжала работать. Что дает вообще вот это вот палки в колеса со стороны фонда социального страхования? Пациенты не имеют возможности тогда по ФОПам, да, к маленьким кабинетам обращаться и получать больничный лист. Им нужно идти к большим. Так. Да? Таким образом, нарушается право пациента. Самое основное, знаете, какое? Okay. На свободный выбор врача. Да? То есть он выбирает, где он хочет, и лечится там, где он хочет. Это самое главное правило. И второе правило – это гарантия на качественное лечение. Качественное лечение – это не означает, что правильно назначили диагностику или лечение. А еще своевременно, то есть близкое нахождение врача – это тоже качество. На самом деле, да, мне быстро. Да. Поэтому в данном случае эти права нарушаются каждого нашего гражданина. Да? Поэтому вот фонд социального страхования не задумывается, они экономят свои деньги, да, они не выплачивают работодателю, экономят свои деньги, но при этом, в общем-то, забывают о том, что таким образом мы нивелируем вообще отношение наших граждан к нашей медицинской реформе. Да? Мы начинаем разувериваться, да, что эта система действительно работает. Саш, чему они не могут домовиться?
Це, дивись, просто тут є зараз декілька варіантів розвитку подій. По-перше, це тому, що невигідно, адже зекономити свої гроші – це завжди прекрасно, а ви там, знаєте, розберетесь. Грошей нема, але ви тримайтесь. А чи просто вони не можуть знайти якісь точки, щоб просто домовитись? Ну, наверное, перший варіант. Да? Їм вигідніше економити гроші, які знаходяться в фонді соціального страхування. Выгоднее экономят, потому что их большое количество лучше потратить, например, на какие-то путевки, какие-то санатории, где, в общем-то... Это відпочиває керівництво. Да, да, руководство. Да. Поэтому, в общем-то, выгоднее здесь, туда потратить деньги, чем на каждого гражданина, который у нас тут якобы захотел поболеть и получить больничный лист. Тобто вони вважають, що ми хворіємо просто тому, що захотіли. Цікавий стереотип. Отакий. Понимаете, да? Поэтому мы с этим сталкиваемся постоянно и не можем об этом молчать, да? Зная об этом. Поэтому хочется сказать о том, что учитывая то, что суды пока на стороне врача, да, этого физического лица предпринимателя, на стороне пациента, на стороне работодателя, и, в принципе, считает, что действия фонда социального страхования являются незаконными, поэтому пользуйтесь этим, да, кричите об этом, говорите об этом, обращайтесь в суд, пока суды на стороне и практика судебная, прецеденты на стороне все-таки пацієнта, родового пацієнта. Ну, от ви кажете, що про, якби, про це розповідаєте, виголошуєте це, але якщо робити, наприклад, це в інтернеті, то там, ну, як часто роблять якісь питання, вони починають висвітлювати, інколи це просто залишається там на рівні лайків, якихось коментарів. А куди потрібно потім звертатися? Одразу до юриста чи вже от саме в певну організацію? Смотрите, мы со своей стороны не только просто об этом говорим, мы еще пишем. Ага. Да? Мы обращаемся и обращались и в фонд социального страхования, обращались в Кабмин, обращались в Минздрав, чтобы каким-то образом вот скоммуницировать эти два органа на самом-то деле. Пока еще вот все осталось, пока еще вот даже ни ответа даже никакого нет было. Даже никто даже не перезвонил и не сказал, вот у нас вот мы этим вопросом занимаемся. Абсолютно нет. Поэтому пока мы ждем об этом. Наверное, следующий шаг будет уже более публичный. Наверное, мы просто, в общем-то, будем выходить уже лично к новому министру Ляшко, который набирает сейчас баллы. Да. И поэтому, возможно, он все-таки заинтересуется и на этот вопрос обратит внимание. И действительно, на проблемы граждан все-таки ему будет не наплевать. Ну, знаєш, це було б досить непогано, тому що, ну, от ми там розуміємо той же фонд соціального страхування, так, керівництво може відпочивати на Мальдівах, поки нормальні люди не мають, м'яко кажучи, грошей для того, щоб жити, щоб якось компенсувати ці лікарняні. Ну, у нас, як завжди, щось в Україні відбувається. Так, да, так. Да. У нас завжди цікаво та весело. А от мені цікаво, скільки людей взагалі, у вас, мабуть, якась є статистика, скільки людей постраждали від цієї ситуації? Смотрите, такие вот очаги, в общем-то, когда фонд социального страхования не выплачивает, уже появились в Харьковской области, в Полтавской области, Одесской области, Днепропетровской области. Это к нам обращаются уже эти конкретные работодатели и ФОПы с вопросом, сдайте правовую оценку вот этому вопросу, законно ли законы действия фондов. Пока еще Западная Украина пока еще не отозвалась, но я думаю, это тоже будет, в общем-то, скоро. Поэтому у нас лично к нам запроса уже было порядка 15. Да. Это за какой промежуток часу? За буквально за 3 месяца. Ага. Вот, буквально недавно вот этот вопрос начал больше. Все это началось с Полтавской области. В Полтаве начали экономить свои деньги, да, фонды социального страхования, и начали вот таким образом признавать незаконные больничні листи. Ну, це ось більше частіше відбувалося саме в період, знову, коли нас закрили, якби на локдаун, так? Так. Тобто менше грошей ми притримуємо при собі, так? Все, наверное. Да. І люди, понимая то, що зараз локдаун, менше будуть ходити куди-то по якимось інстанціям, щось писати, куди-то ходити і так далі. Вони це розуміють, і, в общем-то, логіку. І, тому що, знову ж таки, всі перейшли на дистанційне навчання, до них складно Так, до речі, ми згадали сферу онлайн, планують запровадити онлайн-лікарняний. Що ти думаєш з приводу цього? Дійсно, інноваційна така технологія буде, дійсно, якщо вона дійсно буде працювати так, як це озвучується. Поки що вона ще... А це не факт, що воно буде працювати так, як вони кажуть. Не факт, так. Тому що потрібно кожного фізичного лиця предпринимателя підключити до цієї системи, потрібно навчити працювати в цій системі, правильно інформацію туди сообщати. Дійсно, якщо це буде так, то действительно это будет очень, очень оперативно, очень быстро, не будет вот этих вот решений непонятных, потому что тот ФОП, который выдает больничные листы, он получил эти бланки, это же не просто он там печатает их там на обычном листочке, да, он получил эти бланки больничных листов, пока сейчас в бумажном виде, да, и это все четко фиксируется. Когда это будет в электронном виде, там уже будет больше,
больше контроля, больше учета, больше прав. Да? Возможно, вот этот электронный больничный, он и нивелирует эту проблему. Возможно. А возможно, нет. Поэтому будемо смотрети. Саш, а ми можемо казати, що от конфлікт інтересів, так, соцстрахування не виплачує гроші, там суди, що будуть з'являтися нові схеми корупціонні? Да. Я більше склоняюсь не к тому, що корупціонні схеми, а я більше склоняюсь к тому, що таким образом создаються всі условия для того, щоб бізнес і вообще просто предприятия укрупнялись. Тобто невыгодно маленьких ФОПов плодить. Да? Угу. Важнее, чтобы, в общем-то, каждый человек приходил в большую компанию. Большую коммунальное учреждение, государственную или частную корпорацию, и оставлял туда деньги, да? нес туда деньги, а не маленькому кабинетику. То есть вот этот частные предприниматели, в общем-то, будут отмирать. Вот таким вот, вот фонд социального страхования создает такие условия для того, чтобы работодатель, отправляя своего, там кто-то заболел, говорит, ты смотри, там не иди к своему ФОПу, потому что я же тебе не выплачу, да? И он тогда вынужден будет не идти не к своему ФОПу, с которым декларация у него заключена, а куда-то в другое учреждение, более крупное, да, и вот там получать этот больничный лист. Таким образом, этот маленький кабинетик фактически лишается возможности зарабатывать, работать, mm-hmm. да, проявлять себя каким-то образом, лечить людей и таким образом давать людям сервис, качество и вообще и близко. То есть выходит так, что просто под себя подминают рынок? Совершенно верно. То есть идет перераспределение. Я бы так вот смотрел бы на это. Не коррупционные составляющие. Коррупционные, конечно же, не исключаю. А вот как раз вот укрупнение рынка, да, укрупнение предприятий, игроков, да, это да. Поэтому те маленькие кабинеты будут закрываться, они вынуждены будут закрываться или объединяться для того, чтобы, в общем-то, выжить. А равных условий не будет никогда. То есть это уже начато. Поэтому пока что вот думаем, что, может быть, мы достучимся до все-таки для Виктора Ляшка, который, в общем-то, обратит на это внимание, и все-таки создаст равные условия для каждого игроков, и маленьких, и средних, и больших. А у тех самых зараз відбувається у вас цей процес достукування. Що ви саме? Ви наводите якісь приклади, ви збираєте певний пакет документів, чи вам потрібна, можливо, підтримка якихось з глядачів, вони можуть якось теж подіяти цьому? То, ну, помощь всех зрителей, всех фолловеров однозначно поддерживаем. Конечно же, мы озвучим это и у себя на странице в Фейсбуке, в Инстаграме, пишем это все на официальных страницах, куда нужно, куда можно, и достукиваемся до министров и так далее, для того, чтобы обратили на это внимание. Ну и однозначно, со своей стороны, просто слов не хватает, необходимо документально тоже подтверждать. Угу. Поэтому все обращения, Минздрав, документы, доказательства и анализ законодательства, мы это тоже как с точки зрения как юристы, это мы готовим и доносим это Минздрав Украины или Фонд социального страхования или Кабмин. Кабмин, конечно же, сразу же быстро отфутболил нас, потому что говорит, знаете, вот это не наша парафия, идите вот в Минздрав. Поэтому они вот очень быстро сейчас как-то реагируют, но отфутболивая, да, быстро отфутболивая. И это как-то дивно. Ну, вони зазвичай не дуже так швидко реагують, тому що вони ж завжди заклопотані, а тут якось швидка реакція, будь ласка, до міністерства. Так, да, сразу відреагували, да. Ну, швидко до міністерства відправили. Поэтому будемо смотреть, як все-таки відреагують на цю ситуацію. Я думаю, що, учитывая то, що суди на стороні все-таки роботодателей, шансів буде більше защитить этого врача и пациента. Поэтому, если вы сейчас, сейчас обращаюсь к каждому зрителю, если вы сейчас в роли пациента или работодателя, да, или просто врача, который выдает эти больничные листы, и вы столкнулись с такой несправедливостью, то вы смело можете обращаться к юристам, к адвокатам и, в общем-то, защищать свои права в судах или обращаясь к Минздрав или Департаменту здравоохранения. Я думаю, що правда буде на стороні. Ну, як мінімум, у нас є підтримка у вашому обличчі. Ми знаємо, куди звертатися, шановні глядачі. Я думаю, ви дуже легко знайдете нашого гостя в соціальних мережах. І з будь-яких питань, так розумію, можна звертатися до вас. Знаєте, дуже класно, тому що у нас в ринковій студії ми проговоримо не тільки ось так важливі якісь моменти питання, а ми якби створюємо нове коло друзів, нове коло підтримки для наших глядачів і для себе. І в першу чергу ми завжди, коли ставимо якісь запитання, запрошуємо людей, це те, що цікавить нас, і потім вже ми можемо це розтлумачити нашим глядачам. За це вам щиро дякую. Дякуємо. Так, ми, знаєш, намагаємося зробити, по-перше, сімейне інтерв'ю, а по-друге, максимально корисне для всіх. Слухай, давай тоді зробимо, підрезюмуємо сьогоднішню нашу бесіду. Якщо людина стикається з цією історією, так, що фонд соціального страхування не оплачує, що робити? Перш за все, що ми повинні зробити?
Ну, если вы пациент, да, вы пришли, ваша задача, по большому счету, очень простая. Вы получили больничный лист. Так, угу, врача, раз. Отнесли это работодателю. Угу. А уже работодатель выясняет эти все вопросы, почему вы, он не оплачивается. То есть обращается в фонд социального страхования и выясняет все эти вопросы. Так. Ваша задача, как пациента, владеть информацией о том, что ФОП, физическое лицо предпринимателя, который получил лицензию, который имеет договор с фондом социального страхования, имеет право выдавать больничные листы. То есть будьте уверены. Поэтому если вас или работодатель, или кто-то другой ограничивает и говорит, вот, ты знаешь, вот туда не ходи, вот иди туда, то в этом случае вы помните и знаете о том, что это нарушает ваши права как пациента на свободный выбор врача. Поэтому пользуйтесь своим правом, да, если происходит какое-то ограничение. Так. Давайте дальше. Получил больничный лист, отнесся к работодателю, и работодатель уже оплачивает этот больничный лист. А тот фонд социального страхования проверяет эту оплату и говорит, знаете, а вы тут оплатили незаконно, потому что больничный лист незаконный. Да? И вот тут работодателя нарушены права, потому что тут денежные взаимоотношения. Да? Ему нужно тогда вернуть эти деньги обратно фонду. А на основании чего? Он тогда обращается в суд и говорит, вы знаете, да, вот фонд социального страхования просит деньги обратно, да, а я считаю, что нет. Да? И в этом случае тогда в судебном порядке доказывается вот позиция этого работодателя и говорит о том, что я правильно оплатил этот больничный лист. Да? И меня оштрафовали, фонд социального страхования оштрафовал незаконно. И в этом случае доказывает свою правоту. То есть в данном случае является истцом, то есть иск подает в суд, не пациент, не врач, который выдал больничный лист, а работодатель, которому нужно вернуть деньги фонду социального страхования обратно. Понимаете? От спеціально до цього і вели, тому що хочеться нагадати просто на всю Україну, що роботодавці теж іноді повинні відстоювати своїх працівників. Як би це зараз дивно для когось не прозвучало, але це важливо, тому що працівник, який працює на вас, це ваш підлеглий, якого ви повинні відстояти. Тому що, знаєте, бувають іноді ситуації, коли працівник просто не хоче йти з підприємства, тому що він обожнює вас як керівника, друзі. І це важливо. Саш, ми тобі дякуємо, що ти розпочав ранок у нашій компанії. Приємно було тебе бачити. Навзаєм. Дуже приємно. Друзі, у нас у студії Олександр Гришаков, юрист, експерт з медичних питань. Сьогодні ми говорили про найважливіше. Не давайте нікому права порушувати ваші права. Кожне наше інтерв'ю, яке ви дивитесь на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», базується на трьох китах. По-перше, це актуальність, по-друге, це користь, а по-третє, це емоційність. Такого матеріалу у нас багато. Підписатися на YouTube-канал «Правда тут медіа» обов'язково. А для того, щоб не впускати свіжу інформацію, вам треба дзенькнути в дзвіночок і бути в центрі всіх подій. Чекаємо вас на нашому YouTube-каналі. Oh, 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 oh